7 апреля 2013 года с нашим самолетом случилось необъяснимое. Приносим извинения, мы в зоне сильной турбулентности. Радар ее не засек. Так разве делают? Никогда. Что-то случилось. Извините, а в чем конкретно проблема? Проблема в том, дамы и господа, что вы все считаетесь пропавшими вот уже более 5,5 лет. Я не понимаю. Ты все такой же, не повзрослел ни на день. У моего сына лейкемия. Он больше не будет участвовать в тестах. Появился новый протокол лечения данной патологии. Для Кэлла он подходит. Ему давали 5 лет, говорили, поможет только чудо. Земля вызывает Бена. Вы вернулись. Разве все это не чудо? Что происходит? Я села в самолет, а когда приземлилась, мама умерла. Ты женился на моей лучшей подруге. Я потеряла 5 лет жизни. Кто знает, что это было? Хочешь знать, что это было? Нам с тобой дали второй шанс начать снова жить. Это все игры разума. Днем я услышала голос у себя в голове. Стой, тормози! Почему? В самолете было столько людей. Почему ты и я? Что в нас такого особенного? Вероятно, не только ты и я. Мы с Бенни не знали никого из этих людей. Но вскоре мы узнаем их всех. Узнаем, как самих себя. Это только начало. Манифест.